Пока закипает наша вода, возьмем немножко мелинки. Так будет вкуснее. Нет, давай другое. Соли? Нет, другого что-нибудь. Бульончик. Засыпай. Сюда. Молодец. Возьмем наши ноунеймовские пельмешки. Ты сколько будешь? Одиннадцать? Давай считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ура! И сейчас закипит наша вода, и мы... 12, 13, 14, 15. Это понятно. И мы начнем варить. Готовить! Ура! Закипела. Смотри, какая она рука теперь капает. Да, закипела. Заливаем водичку. Да. Опа, у меня 3 пальца. Красненькие. Обгорелись. Ага, обгорелись прям. Угу. Пельмешки варятся, и не надо дуть. И их надо будет помешивать. Ага. Периодически. Бульончик уже красный. Да, осталось 15-20 минут. И они сварятся. Мы же залили кипяток. Перец, ассистент, не хотите добавить? Аккуратно, там огонь. Я уже заполнила с того раза. Да? Хватит? Хватит. А с чем вы любите пельмешки? С соевым соусом? Да. Или со сметанкой? С соевым соусом. А может со сметанкой? С соевым соусом, пожалуйста. Может со сметаной? Нет, надо посолить. Посолите. А то он у нас вообще без соли не будет. Да? Да. Все, руки помойте от соли. Поварёшки. А пока варятся наши пельмешки, добавляем, отрезаем что? Моё любимое. Маселка. Ага. И маленький кусочек на язычок. Угу. Вот сюда положу, пока не надо. Ладно. Пока еще не сварились, ждем. Да? Не трогаем масло. Уже масло все расплавилось. Так, теперь нам что нужно? Достать пельмешки. А чем доставать будете? Штукой. Как называется? Не знаю. Сумовка. Сумовка. Шумовка. Вот так вот аккуратненько берем, достаем и ждем. Вот они стекли. И теперь быстренько намаслится их. Да? Другие достаем. Я даже анекдот придумал, какой тебе рассказать. Какой? Смешной. И еще достаем. Ложим или кладем. Вот наши пельмешки и готовы. Осталось последний штрих. Какой? Масло. Сметанка с маслицем. Да? Да. У меня в ротик ушло. И идем вот кушать. Вот, дорогие зрители, мы приготовили пельмешки. Не мы, а кто приготовил? Кира, ты чего? Ну ты, да. Но не мы же. Горячие. Горячие? Вкусные? Угу. Какие вкусные? Покажи, классные или нет? Да? А еще ты любишь есть что? Масло отдельно. Кусочек масла. Для? Кирюши. Для Кирюши. Аккуратно волосики. Да ты у нас прям готовишь, прям как повар. Мясо горячее, и ты его будешь с холодной сметанкой? Mm-hmm. И с маселком? Рекомендуете такое блюдо для детей? Mm-hmm. Самое то, но не каждый день. Надо же есть и каши. Дуй. Да что такое-то? Горячие вообще-то. Подуй хорошенько. Это же пельмешки. Ну все, говори всем пока-пока. Пока-пока.
ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Постскриптум. Что бы вам еще? Мне бы еще приготовить борщ. Самой? Угу. Там же резать надо капусту. Ножиком. Сам порежешь. А ты приготовишь? Угу. Я и то. Мастер-класс грибы научилась резать. А, да, точно. Ты же уже с ножом работала. Угу. Молодец. Ну, теперь точно пока, да?